Доброго дня, шановні представники масової інформації, шановні присутні. Ми зібрали вас, щоб поінформувати про боротьбу Антимонопольного комітету України не тільки з оманливою рекламою, але й з тіньовою підпільною діяльністю виробників, які, підробляючи товари, спотворюють конкуренцію та наносять велику шкоду здоров'ю населення. Перш за все, в своїй боротьбі ми зосереджуємо увагу на ринках харчової продукції. Є перші результати. Нещодавно в Антимонопольний комітет України звернулися громадяни щодо якості вина та маркування реквізитів, їх відповідності змісту того, що там знаходиться. Відразу ж ми почали розслідування. Була зроблена контрольна закупка, близько 100 зразків у великих торговельних мережах, а саме в мегамаркеті, екомаркеті, Сільпо, Фуршеті, Великі Кишені, Метро, Ашані, Космосі. Відповідно до вимог чинного законодавства, ми створили дегустаційну комісію, в яку увійшли поважні представники державних органів та фахівці цієї галузі. Ця дегустаційна комісія працює 2 доби, вчора, то сьогодні. Сьогодні ми були, точніше, особисто приймали ще з одним заступником Колісник Ларисою Іванівною безпосередню участь. Відверто кажучи, результатами цієї роботи дегустаційної комісії ми вражені. Іншими словами, десь, по моєму рахунку, великий відсоток того, що називається вино, не є таким. Тому наступним кроком буде лабораторне дослідження фізико-хімічних показників якості вина. І якщо результати дегустаційної експертизи та лабораторних досліджень будуть співпадати, то крім відповідальності, то крім застосування відповідальності, яка передбачена конкурентним законодавством, ми будемо передавати матеріали до правоохоронних органів з метою порушення кримінальних справ за статтею 204 Кримінального кодексу України. Це виготовлення та збут товарів з недоброякісної сировини, що становлять загрозу для життя та здоров'я людей. Зараз більш детальніше про результати дегустаційної експертизи вам доповість поважний голова цієї комісії Едуард Армасович Міхалян, якому я передаю слово. Дякую. Будь ласка. Дякую. На Україні мають ліцензії приблизно где-то в пределах 80 предприятий, які мають право розливу винопродукції. Имеется в виду тихих вин. За 8 месяцев по статистике разливали, производили вино 54 предприятия. Мы взяли за основу первых 25, которые наиболее по количеству разлитого вина за этот период, так сказать, в первой 25-ке. Расчеты были такие, что взять по несколько образцов, как в тетрапаках, так и в бутылках.
закупалась продукция самого низкого уровня цен. То есть самые дешевые вина. Потому что на этом уровне как раз и происходят самые большие фальсификации. В пределах до 25 гривен брались вина. Ну, там чуть больше. Всего было закуплено 103 образца. Из них 30 образцов импортных. Это 10 государств мира. В основном мы брали Европу. Это Венгрия, Венгрия, Германия, Грузия, Испания, Италия, Молдавия, Франция. И брали Соединенные Штаты, Чили и Южноафриканская Республика. Это было 30 образцов. Ну, мы их много, ихних образцов не брали. Там по два, по одному, по три, кроме Грузии и Молдавии. Так как Грузия и Молдавия наиболее на нашем рынке украинском наиболее представлены своей продукцией. И 73 образца было закуплено отечественных предприятий. Из 28 предприятий. 28 предприятий. Некоторые были по одному, по два образца. Но большинство и больше. Так, в Одесской области было 11, закуплена продукция 11 предприятий. В Автономной Республике Крым 10 предприятий. В Херсонской области 2 предприятий. В Николаевской 2. И в Закарпатской 3. Вина, это все были натуральные, в смысле тихие вина. Столовые белые, розовые, красные, полусухие белые, красные, полусладкие белые, розовые, красные, крепленные крепкие белые, крепкие десертные сладкие белые и десертные сладкие красные. То есть, как я сказал, 73 образца. Если взять по предприятиям, то наиболее, ну, в таком, в лучшую сторону, да, я хочу сказать, может быть, назвать сперва предприятия, которые выделялись своим качеством, а потом скажу предприятия, которые выпускают продукцию низкого качества, и которые бы снимались с дегустации. Ну, по Одесской области, можно сказать, два предприятия стабильных, это Шабо, наверное, вы слышали такое предприятие, и Одесса Адвинпром, французский бульвар, в том числе так называемые вина Гулиевы, французского бульвара. Вот по Одесской области я имею в виду. Плохие по Одесской области, очень плохое, это Нива, товарищество Нива. 5 образцов этого предприятия было на дегустации, и все 5 забракованы в разных категориях. То есть и белые, и красные, и полусухие, и полусладкие. Ну, если брать, то по Одесской области это самое такое предприятие, на которое мы не только сегодня обращаем внимание, но мы и в прошлом году, и позапрошлом году говорили о том, что это предприятие по качеству, ну так, грубо говоря, хромает. Еще предприятие «Виктория». Из 4 образцов, которые были закуплены, 2 образца были сняты с дегустации. Ну, такие как «Лонжерон», тоже было 5 образцов, 1 забракованный. Аградар, 3 образца, 1 забракованный. Котовский винзавод, всего был 1 образец, и он же был забракованный. Харчевик, 1 и тот забракован. Должен еще отметить, что в этих супермаркетах, в которых мы закупали продукцию,
этих предприятий очень мало продукции. Они, видимо, так сказать, от больших крупных супермаркетов уходят в тень, так сказать, на небольших магазинах. И в Киеве мы не находили много образцов, которые бы хотели попробовать. По Крыму. Ингерманский завод марочных вин, два образца, оба были хорошие. Ну, такое предприятие, как Массандра, вообще это стабильное предприятие, и образцы, которые были, не вызывали никаких сомнений. Но в Крыму тоже есть предприятия, как говорится, рекордсмены. Евпаторийский винзавод, 5 образцов было, из них 4 забраковано. Ну, как говорится, не о чем говорить здесь. Крымский виноконячный завод Бахчисарай, 4 образца, и все были нормальные, все хорошие. Атлантис тоже 3,3. И есть такое предприятие, Крымский винный дом, тоже 3 образца, и все 3 нормальные. По Херсонской области такое предприятие, как Каменка Глоб Вайн, 3 образца, 1 забракованный. И те образцы, которые не забракованы, они на грани были забраковки. Вот, ну я позже так скажу. Николаевская область, Коблево, 4 образца, все нормальные. Наверное, вы в магазинах эти вина Коблево знаете, да? Ну, видели. И есть такое предприятие, как Сандора. 3 образца было, из них 2 забракованы. Закарпатская область, 3 предприятия, такое как Фрутмастер Фудс, 2 образца и оба забракованных. Товарищество Котнер М, 2 образца, из них 1 забракованный. И СП Айсберг, 1 образец, ну нормально прошел. Хочу сказать, что в общем получается очень печальная такая картина. Из 103 образцов, вернее из 73 образцов отечественного производства забраковано 22 образца. Это очень-очень высокий процент. Конечно, если бы мы брали бы нишу среднюю и высокую ценовую, то процент был бы, конечно, намного меньше. Но мы брали то, что нам было сказано, что взять самую низкую, да, то, что самые распространенные образцы. И надо отметить, что в основном большинство забракованной продукции было в тетрапаках. То есть человек не видит, что в нем, хотя должен сказать, что мы брали, вот я перейду еще к импортным, мы брали импортные тоже в тетрапаках, и там нормальные, прекрасные вина были. Это говорит о том, что наши производители, некоторые, я не хочу сказать все, некоторые, так сказать, пользуются тем, что потребитель не видит, что в нем налито, и, так сказать, дает. Браковались по разным показателям или причинам. Браковались, ну, я сразу должен оговориться, что дегустатор может, так сказать, на вкус, на обоняние, на осязание так определять. Но химико-физические, химико-микробиологические данные он не может сказать. Поэтому, как и было сказано о том, что будут переданы в лабораторию для исследования. Причем, видимо, будем делать так, чтобы были переданы в две различные лаборатории, чтобы не было, так сказать, однобокость, чтобы не могли потом обвинить, что вот эта лаборатория такая-то что-то не так сделала. Значит, браковались по в органолептике. Посторонние тона, фальсификация, добавление. Так,
фальсификация, добавление ароматических веществ различных. Вкусовая гамма, посторонние тона, задушка. Ну, много таких, которые вы берете вино, а оно вам, так сказать, и не хочется его и пить, да, и даже глотать. Ну, вот я знаю основные такие. Если вам назвать, может быть, некоторые просто вина, наименования, которые были забракованы, я могу вам назвать. Ну, вот... Из белых столовых вин Алигате Евпаторийского винзавода забраковано. Алигате Виктории, я назвал это Одесская область. Кабарне Евпатория, Евпаторийский винзавод. Потом, по-моему, здесь есть вот. Еще раз кабарне, опять-таки, Евпаторийского завода мы взяли для сравнения и в бутылке, и в тетрапаке. И то забраковано, и то забраковано. Нива, тоже кабарне. Вот, вы, наверное, знаете, очень много распространено вино Томянка. Наверное, ну, в магазинах видели, да? Так вот, было, значит, раз, два, три, четыре, пять Томянок, и из них четыре забраковано. Это Аградар, это Сандора. Это Виктория, это Лонжерон. Ну, на грани некоторые другие. Достаточно, может, это... на листа вопросов. Может, питання будуть? Будь ласка, будь ласка. Якщо є до голови комісії, будь ласка. Как еще раз повторить? Алис Виналь. Это в Крыму производитель, очень крупный производитель. Алис Виналь? Алис Виналь. Нет, не было такого. Не было, да? Хорошо. И, значит, все, что было в магазинах в Киеве, в супермаркетах, мы брали. А если не было, мы... Не, если есть проблемы, то... Да, еще один вопрос. Вы сказали про вина Булиевых. Я, насколько знаю, это вино намного высшей категории, чем до 25 гривен за бутылку. Ну, вы знаете, не все вина были. Согласен. Где-то они в пределах 30-35 гривен. Но вы понимаете, для того, чтобы когда брали французский бульвар Одесса от Винпрома, а вина Гулиева разливает именно эта фирма, то специально взяли, что вот их вина, чисто французский бульвар, и французский бульвар, который разливает вина Гулиева, для того, чтобы сравнить. И такие есть разница, вина Гулиевых выше, чем чисто французский бульвар. Понимаете, есть сопоставление, сопоставление должно быть. Если нет сопоставления, тогда очень тяжело судить. Почему мы закупили иностранные образцы? Для того, чтобы сравнить вина Европы с нашими винами. Мы идем в Европу, мы хотим идти в Европу, значит, мы должны, ведь сегодня-завтра Европа будет в ВТО, в ЕС мы вступим, она заполонит нас своими винами. Из 30 образцов импортного ни одного не забраковано. Было на грани одно-два образца, все остальные прошли. Понимаете, то, что в Европе сегодня излишки, очень большие излишки вина, и не только в Европе, вообще в мире, Австралия, Новая Зеландия, Аргентина, Чили, которые ждут, чтобы войти в наш
Они и так сейчас входят, но небольшими количествами. А они войдут большими количествами. И нам надо конкурировать. Мы не можем, чтобы отдать полностью свой рынок. Тогда отрасль, это виноградарство, умрет у нас на Украине. Пожалуйста, есть еще вопрос? Да, пожалуйста. Юлия Кириенко, телеканал Киев. Скажите, пожалуйста, может ли быть подсказкой для покупателя именно цена в качестве вина? В принципе, потому что известно, что вот в таких пакетах вино намного дешевле. Ясно, что это не вино. Ну, вино, сказать не вино, но с винограда только могут туда добавить, может быть, и красители туда добавлены, и ароматизаторы, то есть разные компоненты. Поэтому же и так и делают. Но по цене, знаете, тут тяжело мне сказать вам. Конечно, надо брать средний уровень, потому что высокий уровень, там тоже не всегда все, особенно с импортом. Потому что наши импортеры покупают за рубежом среднего уровня, а здесь продают за высокий уровень. Это неоднократно мы, так сказать, проверяли. Я добавлю уже по-российски, поскольку Эдуард Армаисович по-русски говорит. Да, лабораторные исследования нам покажут, в какой пропорции, в каком количестве. Что это за состав ароматизатора? Что вообще добавляется туда? И что вообще после этого получается? И пригодно ли оно употреблению? А как оно влияет на здоровье? А то, что я их считаю подпольщиками, и они, так сказать, начинают играть в ценовую конкуренцию, это мы тоже разберемся. Для этого мы и расследуем этот рынок. И тоже там поставим точку. Как я уже говорил, рынок пищевых продуктов сейчас для нас один из самых главных. И по соблюдению добросовестной конкуренции, и по качеству товаров, которые выпускаются на наш отечественный рынок. Эдуард Армаисович не зря сказал о конкуренции, так можно сказать, геополитической. Есть вина Чили, Австралии, Франции, которые... И стоят, может быть, немножко дороже, но качеством лучше. И как нам здесь осуществлять программу импортозамещения? Как нам с ними соревноваться и как вытеснять их из рынка? Это тоже проблема. И в конце своего расследования мы будем и предлагать, как улучшить положение дел в этой отрасли. Это к тому, что я добавляю, Эдуард Армаисович. Ароматизаторы, красители. Ну и просто вино может быть уже больным. Его пытаются как-то исправить. Что-то туда добавляют, как-то обрабатывают. То ли там различными химическими путями. Понимаете? Тут... Не, вот здесь я тоже могу добавить Эдуарда Армаисовича. Я же присутствовал сегодня на дегустации. Вы знаете, сразу когда... Вот чувствуется отрицательное отношение членов комиссии, это когда больное вино, я такой термин, больное, если оно еще больное, и туда добавляется, чтобы скрасить эту болезнь, ароматизатор или еще что-то, которое нам неведомо, или ведомо только узким специалистам, а после этого, опять же повторю, простой человек будет вот эту вот смесь пить, то мы так и с медициной дело не поправим. Ну, в моем понимании, я не специалист, не дегустатор. Это не выдержанное вино, это перезрелый виноград или наоборот, или недозрелый. Но он не пригоден для того, чтобы из него делать вино. Мое простое представление, да, правильно? Да, правильно, простое, самое простое. Пороков очень много в вине. Это живой организм. И вы знаете, мне хочется добавить, что вот члены комиссии так ответственно отнеслись к самой дегустации. Очевидно, это происходит каждый раз. Но вот как-то вот с гордостью присутствуешь, или вернее горд за то, что ты присутствуешь в работе этой комиссии. Настолько люди ответственные, настолько объективны,
своих суждениях, утверждениях, выводах. Ну, здесь еще, как я уже сказал, к результатам этой дегустационной комиссии необходим нам еще лабораторные исследования. Вот если они совпадут, у нас уже будет реальное доказательство того, что, например, вот это вино в такой упаковке употреблять нельзя. И мы будем применять все меры для того, чтобы это извлекать из торговых сетей и вообще не допускать на рынок. И последний вопрос. Скажите, влияет ли упаковка вина? Нет. Нет. Я еще хочу добавить. Вот как потребителя обманывают? Вот в Крыму есть фирма, которая называется «Крымская марочная». Вот они большими буквами на этикетке написано «Крымская марочная». А мелкими-мелкими буквами написано «Ординарное столовое вино». Что такое марочное? Марочное вино – это выдержано не менее 2 лет. Это, так сказать, не второго, а третьего даже, можно сказать, уровня, да, то есть самого высокого. А они его выдают, как они доказывают, что они зарегистрировали такую марку свою. Понимаете? Вот простой пример, как обмануть можно. Ведь ты же не видишь, на полке стоит 3 метра, 2 метра от вас, или вы подошли, метр, да, вы увидели, написано «Кабарне марочное». Но вы его берете. А там потом, когда дома вы смотрите вот на упаковочке, а там мелкими буквами «Ординарное». То есть самое низкое. Спасибо. Пожалуйста. Как будут полученные результаты лабораторного исследования? Сейчас мы, во-первых, оформляем результаты дегустационной комиссии. Так быстро все. Вот, когда оформим, тогда уже начальник департамента расследования Барыш Николай Яевич определит дату. Тоже здесь надо в соответствии с законодательством поступать. Ответственность большая. Поэтому, включая сроки, думаю, в ближайший месяц-полтора мы ее обязаны просто сделать. Пожалуйста, еще вопрос. Да, да, пожалуйста. Скажите, а есть какой-то такой вот определенный единственный способ, по какому можно выбрать хорошее вино? Нет. Вообще никак? Состав читай все равно. Не, ну как это? По какому-то? Ну вы понимаете, ну. Или ты такое вино ни в коем случае нельзя брать в сети, по каким признакам? Ну, туда же, в бутылку не залезешь, правда? Ну ведь даже может быть. Ну, вот давайте мы свои рекомендации относительно этого по окончанию расследования, безусловно, предоставим. Безусловно. Сейчас тяжело сказать, действительно, если не понять, что там. Потом мы уже найдем те критерии и подходы, которые используют, на мой взгляд, подпольщики и теневики, чтобы обманывать потребителя относительно качества подобного товара. Они, может быть, не подпольщики, они просто выпускают низкокачественную продукцию. В конце расследования мы такие критерии предоставим. Спасибо, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, поднялось ли исследование в дальнейшем более дорогого вина? Потому что тут стереотип, что дешевое плохое, это очень известно, но бывает, что не так. Мы когда здесь уже закупали разные образцы пищевых продуктов, потому что это самое дешевое закарпатское вино, которое оказалось абсолютно натуральным. Еще один вопрос, вот есть еще один стереотип о том, что есть порошковое вино. Бывает ли, в принципе, такое вино? Нет. Относительно первого вопроса больше к нам, а второй к Эдуарду Армагисовичу. Постараемся затронуть и дорогостоящие вины, насколько нам позволит время. Но думаю, что будет и этот сегмент затронут. Вот. Что касается второго вопроса, Эдуард, порошковое вино. Как таковых, порошкового вина, так как такого, это такое народное выражение порошкового вина. Нет, такого нет. Есть, делают как? Концентраты винограда, виноградного сока, да, это вакуум сусла, бекмес и так далее. Да? Потом их разбавляют. Но это не порошки. То есть это все-таки натуральное.
полунатуральное. И непригодное для дальнейшей переработки, да? Ну. Или для другой переработки. Это не ко мне. Это. Ну, во-первых, нет сомнения в их объективности. Отсутствуют сомнения, отсутствовали. Во-вторых, состав этой дегустационной комиссии входили представители не только данного образования, как вы сказали, но и представители государственных органов, науки. Специалистов в этой области. Мы можем сомневаться в ее объективности, когда членами этой комиссии являются только представители Винпрома. На самом деле мы ее создали для объективности, и в состав вошел широкий круг специалистов. Повторяюсь, от государственных органов и специалистов в этой области. Можно добавить? Можно. Значит, в состав комиссии корпорации «Укрвинпром» входит 45 человек. Это все собственно, в корпорацию входят все ведущие практически предприятия винодельской отрасли Украины. Ну, за исключением где-то процентов 10-15. В комиссию входят, вот я вам не буду называть, значит так, Крым, институт, Республиканский институт Магарач. Входит 3 человека. Симферопольский институт, завкафедры виноделия, профессор, доктор наук, и там тоже входит. Киевский университет пищевой промышленности, завкафедры тоже входит. И так далее. В их входят, вот сегодня и вчера, и сегодня присутствовали представители Киевского института торгово-экономического. То же самое люди, которые занимаются этими вопросами и которые знают. Руководители предприятий, специалисты высшей категории, то есть те, которые проработали уже 20, 30, 40 лет и которые досконально знают эту отрасль. Понимаете? Это не приходит двумя, тремя, пятью, десятью годами. Это приходит с очень большим стажем работы в этой отрасли. Вообще, чтобы стать дегустатором, то есть каждый специалист должен уметь дегустировать. Хочет он того или не хочет, если он хочет работать на этом предприятии. Потому что он делает вино, значит он должен его все время пробовать. То есть любой юрист может стать дегустатором, но не любой дегустатор юристом. Совершенно. Ну, знаете, если можно отвлечься, я на секунду. Вот я со своей практики могу вам сказать, что в молодости, когда только пришел на работу и начал работать, то я каждое утро 10-15 образцов разных вин пробовал. То есть мне приноси, я шел по бочкам, по бутам, по цистернам и пробовал. Так было год-два, потом я начал уже пробовать, чтобы мне приносили, чтобы я определял то вино или то, или то. Вот так человек постепенно начинает себя. Это вот такое лирическое отступление. Еще такой вопрос. Вот пока что все результаты не базируются на исследовании агрономических свойств. Да. Скажите, а может ли быть такое, допустим, что вино невкусное, да? Ну, не проходит органолепку. Так. Но оно натуральное. И не несет опасности для здоровья. Или все-таки там есть химические примеси, это легко переливается даже на вкус? Ну как сказать, вы знаете, если оно может показать или там спирт, сахар, титроимая кислотность, СО2, общие свободные другие показатели могут быть, но вино, если оно подпорчено, если вы в ароматике в нем совершенно другие тона, затхлые тона или гребневые тона или
дрожжевые тона, они же не отражаются на химико-физических показателях, но вы же и чувствуете и нюхом, и вкусом, и так далее. Понимаете? Так что это может быть. Потом еще и желудка. Да. Ну, это к слову. То есть, если, допустим, вино добавлено в спирт, который там не должен быть, его можно... Как это... Подожди, что значит добавлен спирт? Никто сегодня добавляет спирт, если ему там не нужно быть. Он очень дорогой, и ни один не пойдет на это в убытки себе. Если это портвейн или крепкие вина, то тогда добавляют спирт. А, допустим, столовые вина, зачем добавлять спирт, если там нет кондиций? Он, это убыточно. Планируем. Закончим с этим и сразу начнем. И сразу же невозможно. Водку. Водку, да, или коньяк. Водку и коньяки. Ну, это кроме всего того, что мы планируем. Но если уже быть логичным и последовательным, то дальше должна пойти водка и коньяки.